Что, мы вернулись? Так, здесь у нас что? Здесь война, пиздец, блядь. Что мне надо? Мне надо вперед. Ту-т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 у. Я в засаде, блядь. Что за животное? Убей сюда, блядь. Ну все, у них там целая, блядь, засада. А где твой друг? Друг там еще сидит. Вот. Опа. Вот это, блядь, заявка. Я тоже могу, и чё? Ну, вот так, если разобраться. Лежать, блядь. Тут. Угу. Блядь, не зря поставил эту хуйню. Помечающую. Нихуя вы, блядь, тут бежите, блядь. Я вообще, если честно, испугался. Опа. И чё, ушел? Ну я, блядь, видел тебя, что ты бежишь. Ну что значит сразу, блядь? Оп. Друг. Молодец. Хули молодец, блядь. Во. Молодец. Ага, на маяке выходи, дебилой. Ура, ура. Ну кто это сделал? Ну поднимите, кто меня поднял? Ну вот. Как всегда, их кто-то обошел. Шестьдесят семь помощь. Что, с ума сошли, блядь?
Тю-тю-тю! Тю-тю-тю, блядь, и убили. Ну ладно. Продолжим. Уже тут стреляешь, да? Да ладно. Ты посмотри, блядь, да. Нулевые даже. Откуда они взялись, блядь? Игре 40 лет. Админа нет. Но вы держитесь. Кто там пулькнул в меня, блядь? Админа нет. Ван! Следите за движением, блядь. Вот и все, мы их всех убили. Да, мне даже стыдно. Сейчас перейду, подожди. Ух, нихуя себе там, блядь. Раз. Два. Отойдите, блядь. Боитесь, вперед идти, дайте. Нормально. Это кто мне сейчас скинул, блядь? Ай, сзади. Так, как мне туда перейти? Нахуй, да? Меня еще и поднял кто-то, блядь. Что я хотел? А, я эту хуйню хотел включить. Готов. Я тут. Ку-ку. Не видно. Здорово. Ну и что, не переходит, и я не могу перейти. Не переходит. У нас читер, что ли? Да, видео есть. На первом месте. О, так а что мы тут делаем? Пошли отсюда тогда. А что он читер? Подрубает
одной пули убивает. Как раз у Рашера есть видео. На него? Да. Ну я не удивлюсь, что у Рашера и на меня видео есть, поэтому, знаешь, это не показатель. Не, ну это 100% там со снайперкой бегает и убивает тело всех в этом вале. Ну пошли тогда отсюда, что мы тут делаем? Да вот. Куда только? Где это, блядь? Краш. Ну тут карта, и на это пиздец. Что за карта? Не хочу. Что там за читер? Кот. Ну что-то знакомое, блядь. Да хуй, да. Сейчас, ребятки, сейчас. Надо куда-то найти, куда идти, блядь. А куда идти, не понять, куда, блядь. А некуда идти. Все одно и то же, блядь. Так. А, и чё ты мне эту отдашь французскую озвучку? Ух, нихуя чё видел, какую карту. Прикинь. Чё, тебе скинуть? Кто? Куда? Сюда, в этот, в Дискорд? Ну давай попробуем. Ну или потом, ну я просто хочу, ну, попробую. Ну хочу я тут. Я хочу и так. А у нас что, все дополнения? Да. Все? Да. О, смотри, что-то скинул. И что делать, блин? Может пока суть до дела. А, все. Иди, короче, за мной, пошли кого-нибудь постреляем немножко. Там, может, что-нибудь и куда-нибудь пойдем. Например, вот сюда. А может, я кого постреляю? Не работает эта херня больше. Да что у меня тут оставлю? Каким ты остался? Так. Блядство продолжается.
Так, ворот нет. Будем синенькими. Все. Не получается, короче, тому чуваку поставить озвучку, которого просил на стриме. Почему? Ну, он нашел видео какое-то и делает по видео. Я ему говорю, как надо делать, а он делает по видео все равно. И пишет, что у него не получается. Я говорю, делай так, как я тебе написал. Куда кидать, какой путь, какие файлы. Он делает по видео. А ты мне напишешь? Чего? Ты ж мне тоже напиши, куда я что должен ставить. Я уже не помню, блядь. Или просто вставить, да? Ну так у тебя есть кому сказать? Да напишем, напишем. Ну если тебе не сложно, конечно, что ж. Каким ты был, каким... Опа! Ну тут как обычно, я вражеский. Нихуя себе. Вот это да. Но я вряд ли перейду, потому что вы выигрываете. Да и полный. Да, полный. Да, полный. Да умришь ты, ёк ты, макарёк. Ту-ту-ту-ту-ту, ту-ту-ту-ту-ту, ту-ту. Ой, так больно было. Больно, больно. А, все те же дебилоиды, блин. Ты уже эту самую держишь, да? Железную дорогу. Да ладно. Только русский человек может похвалить, а потом оскорбить. Сначала он сказал, хороший, классный у тебя чипи, а потом сказал, уёбище. Да, он меня поклонник. Это просто, блядь, уёбище. Так, ну, как меня убили, блядь. Умри. Умри! Куда? Куда я стреляю? Что ты не вовремя вышел, я в него стреляю, и ты выходишь, и прям в поток моих пуль. Похоже, ты перезарядка, блядь. А, всех убил. А? Что-то как-то недолго, ну...
Ой, это дебилоид, блядь. Так обидно, блядь, что хочется танцевать. А то он где там? Сейчас я умру, попробую прийти. Жизни не было. Где мой автоматик теперь, блядь? Всё, понятно. Это какой-то, блядь. Наверху уже. И что, он тебя убил, что ли? Ну да. Нехер бегать за врагом. В домике у меня, и сзади. Сзади, сильно сзади. Здорово. Да. Это ж... Что такое, блядь? С крана поди опять. Да там очередной одноклеточный на кране сидит и кидает С4.
Там человека три к тебе идет. Я думаю, не стоит туда прям подходить близко. Чего они будут нам на голову прыгать? Я не вижу в этом, ну, интересного. Ты убил, который ли спрыгнул, да? Да, он разбился один, одного убил. А то-то я и думал, почему я в него попал, а мне даже помощи не дали. На мне. Нам немного. Ну как бы я говорил куда-нибудь, не знаю, зачем, куда попал. Так, надо что-то с краном делать. Мне эта хрень заколебала. Все равно смотри, почему-то это. ФПС почему-то темнее. Вот этот конфликт.
Да хуй его знает. Чё? Что за логодрон? А где они? Сзади, 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 сзади. Еще раз сзади. Там двое. Повернись. А, и там тоже. Да-да. Блин, мы чуть-чуть проигрываем, может того поднажмем. Там вроде наши уже на кране. По идее, никто нам на голову не спрыгнет. Там баржа. Ну все равно зажимаю. Так, все, режай. В гаражах. Сзади. Там много, со всех сторон. Ту-ру-ту-ту-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру. Чё? Кто-то всех убил.
А кто убил? Нахуя вот так бежать? А где все? Что-то мы прошли, а где все? Ну, он пометил. У нас на ветер. Блять, ну конечно же кран. А кто тебя тут обидел? Снайперочек ты наш, блядь. О, ты умер. Ох, снайперо. Это тут, блядь. Как будто кто-то перед нами идет, блядь, и всех. О-о-о-о. Мама! Ну что это, блядь? Где мой? Да ёпа-мать! Патроны у меня тут. И в доме сейчас меня убьет, наверное. Короче, он там в дверях. А у меня мало жизни было. Убил кого-то. Меня убили. Ну вот. Что-то даже кого-то убили мы. Херово убили кого-то. А мы же пришли просто. Че, здесь я поиграю? Да. Сейчас я подойду. Че? Нормально. Даже я тебе скажу, сколько. Кому-то надо сразу. Продолжаем.
Блять, чуть, чуть мое сердце. Куча врагов, блять. И они меня окружают. Да успокойся ты, блять, бежишь как. Ты дышишь. Что-то он жесткий долговязый какой-то, наверное. Долговязый Джо, блядь. Да, бил за века вообще с Антара. Да ёба мать, чё меня все убивают, блядь? Начало не очень. Боря, Боря, Боря. Над вами, блядь, сзади! На барже много. На мосту, наверху. Бочки. Ну, заходи, конечно. Заходи, заходи. А ты зашел уже на сервере? Я не вижу. А, ну вот, заходи, конечно. Знаешь, да, что такое командная игра, блядь, что такое перки, уерки. Что-то тебя так этот не любит. Искандер какой-то, прям бежит за тобой. Нет, перк меняй, ты чё? Резать хочешь? Перк, 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 перк. Подавление, подавление, блядь, ставь. Оп. Баржа, кран даже.
Боже, люди, вы вообще имеете понятие, что это? Это, блядь, огромное преимущество. Не, он меня заодно зарезал. Ну а как с вами бороться? Нам немного. А что на тебе? Меня зарезали там. На барже. Эх, баржи, баржи, баржи. Ты убил там, у тебя был? Да. Чё это моё сердце где-то нас уходит. Мани, мани, мани. Не, ну люди забавные, да, сидишь, играешь, показываешь им, рассказываешь. Сзади, сзади, сзади. А в итоге он заходит, ему говоришь, там перк, смотри, то, а он заходит, а ему похуй. Нахуя, как, что такое перк, блядь? Ну вот так. Нихуя, я его уже выкинул один раз отряда. Так это ж твой подписчик. Вот. Вот. Он ничего не слушает никого. Ему говоришь. Вот, а зачем просил тогда? Ну это этот, который... Звук, звук, да. Да, да. Вот я и говорю, странные люди. А как он так умер, блядь?
Да вообще, если честно, люди ебанутые стали, поэтому что тут удивляться. Ошалевшие. Мост или на мост? Убил. Еще, еще. Видишь, где трупы? Сзади меня, смотри. Баржа, еще тут в гаражах. Блядь, у меня перезарядка. Смотри сзади, я там что-то утонул, блядь. Да, меня нашли. Ой, гнида в гличе, ёбаный уёбок. Сзади, сзади, сзади. Сзади, сзади, сзади. Пока не сменишь перк, я тебя буду выкидывать. Ну, блядь, ну ёбаный ты дурак, блядь. Смотри, я его выкидываю, он заходит, я его выкидываю, он заходит, а перк не меняет. Он сменил только на патроны. Ой, блядь. Да нахуй мне твои патроны, они у нас уже есть. Ёбаный ты. Ой, блядь, люди. На мосту, прикинь, лежит прям на мосту. Ну ты видишь, чтобы не по... Ты, он прикинь... А-а-а. Ну они же повторяются, ну ты же видишь. Ну смени, чего нет в отряде-то. Ну как сложно-то, а? Граната, вон, подавление есть. Это все очень пом... Очень помогает внизу он, блядь, помоги мне. Он упал в эту, в лужу.
Ну вот, молодец! И сейчас у всей команды будет по две гранаты. Тоже приятно. Барри. Не, все нормально тут. Они из железки идут. На баржу. Баржи. Там вверх еще. Ой-ой-ой. Я убил его там, этот Искандер. Я тут какой-то побоище прям. Ой-ой-ой-ой. Смотри, как он перк поставил. Ну было же две гранаты, нормально. Ну что ты сделал? Ты видишь, да, какой он перк поставил? Мало видно мне. Да, что делать? Короче, я под кран пошел. Ну. И что это было-то? Вот здесь на мне. И еще там в гаражах. На мне. Еще. Да ёбаный ты по голове. Вот же он бегает вокруг меня. О, молодец. Не видел я его. Нахуй он нужен. На мне. Двое. Это ж одноклеточный русик. Ничего страшного. Я его зарезал. Еще одного зарезал. А где ты? В домике он маяк ставил. Он, кстати, сзади тебя, по-моему, бежит. Из-под крана.
На мне внизу. Это кто написал? Ну что, мы все нубы, блядь. Ну как бы их тут миллион, блядь. Самый тактически правильный игрок в нашей команде, обратите на него внимание. Сейчас он будет по моменту того, что в топе, он еще будет это. Один там. Я вот обожаю такие вот, ну вот, точные вот координаты. Один там. Где? Наверху. Где я умер? Где? Ну так тебя могли сзади убить, и сверху, и сзади. А где один там? Вот это вот, ну, определение, один там. А у меня трое сзади были меня, а я вот думаю, он это один из них или нет. Ой, 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 ой. А-а-а. Не попадаю. Аллилуйя, он сменил перк. Ты молодец, ты сделал это. Ты прошел новый этап игры, блядь. Все. Видал, он сменил, он молодец. Да-да. Ой, блядь, что я завис тут? Сзади, сейчас попробую. Ой-ой-ой, что-то убили меня. Там баржа? Как так, блядь? Пять человек, блядь, в меня попадают. А чё ты не сказал, там один? А я б сидел, гадал, где? А, сзади, блядь! Чё так повсюду? На кране. Я, если честно, вообще не понял, откуда кто стрелял. Что это, Борис? Расстроился, что ли? Видимо, некрасивое видео получается. КД не очень. Может, не резаем, типа? Так мы с удовольствием. Ну так а что он убегает от нас? Блять, рашер, ебаный в рот. Или вражеская команда просто жесткая. Ну, естественно. Сейчас резко попробуем.
Он там в углу, где зеленый контейнер. Сзади, а, блядь, сверху, да. Сейчас я маяк поставлю. О, ко мне бегут. Блядь, кто-нибудь успеете, летите. Да, никто не успеет. О, ты успел, молодец. А тут никого. Я думал, у меня уже перезарядилось. Ух ты. Рашер, блядь. Как так? Я, говорит, рашер. Три дурачка, да, с ножиками, которые Смерч, Йокинг и Русик. Братья, блядь. Однояйцевые, что ли? Или одноклеточные? Одноприводные. О, еще и С4. Ну это же я Раша, это же люди российского производства. Особо знаешь там интеллект, к сожалению, проты был уже. Я не знаю, как это объяснить, блядь. Я бегу, у меня, блядь. Чего? О, а где он был? Не слышал. Странно, я за ее кормил. Блять, опять кран. Отойди на эти, в контейнера вниз. Ну уже поздно, блин. Да? Да ёбаный дурак. Нет, просто у них, ну, может быть, кроме этого, достаточное количество часть идиотов. Ну там по КТ можно посмотреть. Которые, да, они целенаправленно летят, лишь бы и все. И им похуй там. Все. Что это такое, блядь? Им это, к сожалению, это доставляет удовольствие. Ебанутые. На крыше дома. Твоего. Смотри за тобой сзади. Дебил, капец. Я не могу, блядь. Да идиоты, я говорю. Тут еще, кстати. Смотри, лежит на углу.
Он за тобой, блядь, побежал. Одни придурки, блядь, спрыгивают с крана, больно. Больше ничего не могут, к сожалению, и это пугает. Куда пойдем? Подальше отсюда. Но они все тут же. Ну я предлагаю вот, вот здесь вот встать, где баржа. И они сами будут... Да мне! Сами будут приходить. Они же узнают, где мы. И все, и спокойненько стоять, и пускай бегут. Сейчас у нас не пойдет. Под кра... под мост. У нас нормально, не получится поиграть. Смотри там. Убил. С крана стреляю. Сзади. Ой-ой-ой. На мне. Сзади, сзади. Это что он, кого банит? Ну, правильно банит. Ну, он летит к тебе чисто, резать. О боже. Чё там, много? Я придумал. Ну, я сомневаюсь, он просто так банит. Не поверю. Отступаем на барже. Да, я не успел отступать. Внизу, внизу, где там эти трубы, меня сзади держат. Прикинь, откуда? Я убил. Молодец. Привет. Там много. И все на нас смотрят сейчас. Предлагаю обойти. Там уже какие-то трупы. Прилетели, но он внизу. Смотри, вот тут поднимается к нам. Сзади. Сзади, сзади, да. Бочка. И где-то на мне. А, все, его на мосту был. Блять, кто-то стреляет издалека. Сзади, сзади. Он чисто прилетел ко мне. Ну да. Да похуй, идиоты, блядь. Они везде идиоты. Слушай, ты куда?
Смотри, два, два. Сверху, сверху. Идиот, ну ничего поделать. Пригорка. Еще один там, смотри, за сеткой. Да, да, я, да, 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 он с этим, с дробовиком. Сзади, сзади, трубы. Да тут везде, блядь. Особенно твой Russian. Ну, общий Russian. Да, не регает у пацана вообще ни капли, блядь. Оу. Неси, неси. Ох, ты кто это внизу подкрал? А что-то ее не слышал было. Сушка. Отступай, отступай. Двое летит сверху. На баржу бегим. И там еще Russian стоит. Ну естественно он Russian. Ну красавчик, что на одной точке ждет, пока что произойдет, да? Потом делает свои действия. А потом у меня, говорит, не регает. Не, ну молодец, все. Ой-ой-ой-ой. На меня. А я не успел. Ну, и самое интересное, мы как только не выйдем, они вся толпа там. Почему? Ну смотрят стрим твой все. Почему? А, блядь, дебил. Дебилоиды, блядь. Они же все говорят, что смотрят твой стрим и бегут резать тебя. А там же сзади. Там же все равно сзади. Ну, они все тут. По стриму слышат да. И смотрят где-то на. Ой, идиот. Идиоты, это я вам всем говорю. О. Все зависло нахер. Поэтому у тебя столько подписчиков. А-а-а. Хейтеры, наверное. Что-то у меня лагает. Да у меня тоже. О-о-о, на мне, на мне. Кто? Кто кого забанил? А почему? А, да, соспекти. А-а-а. Так, может, а ты как думал, просто так, что ли, стримить? Да я на них как бы, ну... Вот он еще один был, хотел зарезать. С высокой колокольни, блядь. Мне их просто жалко, вот и все. Вот он летит, смотри. На мне один. Искандер. Двое летит, смотри. О, там и на барже, смотри. Боже, внизу, 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 внизу. Какой внизу, сверху? Ну то да. Смотри сверху, Пригор. Еще сверху. Ой, блядь. Ай, не добил ее. Боже мой. Короче, вся команда, блядь, против нас. Ну это ж классно. Ну да. Мы если мы можем, а они опыт нет. Нарабатываем. У тебя слева. Причем, знаешь, самое, что весело во всем этом, что этим людям, ну, это не детвора, это уже, ну, взрослые такие, молодые люди, а есть кому и старше. Я не знаю, сколько им лет. Да я тебе уверяю, там, ближе к 30 и за 30.
Печально, что в таком возрасте у них, ну, IQ как бы и осталось где-то в районе, я не знаю, 18-19. Я не знаю, что сказать по этому поводу. Ничего, улыбнись и махни рукой, все. Бля, у меня тут этот... Воскрешение, блядь. Да умри ты. Ну, пиздец. Ну, нормально. Только в воду не падай, ради бога. С крана. Пошли сюда наверх. Ой, блядь, с крана убили меня, наверное. Богат стало. Утекаем подальше. Жди парашюты, короче. А, все. Боже, дебилоиды, блядь. Чё, тут же останется? Да хрен за. Не, пойдем отсюда. 41.75. Вот он каждую секунду умирал. Ему не самому. Боже ты мой. Не. Сейчас подойду. С другой стороны, куда идти, блядь? Да, ну, на нашего похоже, да? Так, а нам бодрулись что? Встанем, да? В очередяке. Ничего нет. Куда он Ну чё, заходит он куда-нибудь? О-о-о! Ну чё, попробуем тут, если ты слышишь меня? Я уже... Да, попробуем. А у тебя это, котейка на... этой самой стоит. Это что такое? Картинка котейки. Твой, что ли?
Да не, так, картинка. Ну, у меня почти такой. Ну, только сейчас уже морду, конечно, отожрал, блядь. Они как эти, как негры, блядь, все на одно лицо, так же еще. Ой, тут война вообще прям. Я убил доктор Витаминка. Бля, пиздец. Ладно. Знаем, как он на РТЗ, блядь. О, ну, давай. Миномет меня убил, миномет. Как стыдно, блядь. Дедыщ, дедыщ. А где ты? Создавай. Кого? А я чё, не отрядный? Короче, никуда не торопимся. Идем потихонечку. И это, и не надо. Будем у Рашера учиться рашить. Нихуя пинги какие классные. Ну, Кен, блядь. Опа, кто умер? Идем тактически грамотно. Убили группу подростков. Пошли дальше. Блядь, меня что-то убило. По-моему, миномет. Отойди, отойди, миномет. Я так и не понял, тут запрещен, нет? Так, предлагаю вернуться вот туда, к тем развалинам, назад. Потому что здесь без понтово, все стоят в одну дырку, смотрят. А, можно кинуть? Ну да, наверное, я кинул. Ну, много нельзя. О, блядь, вышел и убил меня. Миномет. Так а чё, можно? Миномет. Уже, походу, миномет можно, это же пиздец. У тебя прям за стеной там куча народу. Я текаю. Да-да-да, отходи. М? Как тут обойдешь? А, ну нету там, да? Да, походу миномет, сейчас он меня и убьет. Нет еще. К нам идут. Доктор Витаминка. Ты туда пойдешь? Ну, это много. Не, я хотел выглянуть, посмотреть, что там. Так, что, чуть-чуть пройдем? Опять меня убили. А, нет, там. Подними человека. Все, я думаю, вот тут вот. Обороняемся, все, главное это. Крышу смотреть.
тебе прям бегут. У меня тут... Крыша. А как он уже? Ну, уже с крыши. Его убили. Тут сначала пройти надо. Бля, тут в заборе дырка, короче, их там миллион. Там в проходе прям смотрит, где в банане. Еще раз. В банане снайпера там много. Вот, чуть-чуть проходим. Там двое-трое. Все, переходи ко мне. Еще один там. На, сзади смотри, сейчас сзади там. Минус. Ходи, пожалуйста. Ну все, смотри, наши прошли, пойдем и мы потихонечку. Только в банан не пойдем, пойдем дальше. В банане там и так наших миллион. Ну вот, молодцы. Они там отреснулись. Побежали вот за автобус, хуёбус, туда дальше. Вы меня, смотрю, убили, как сказать, миномет вообще. Маяк, ты где? Ну, раньше сказал бы, я уже... Да я пока его поставил. Фу, пидор, блядь. Иди нахуй, дебилоид, блядь. Ху... В голове у себя, блядь, настрой. За 4 ху... Ой, боже мой. Так, а где мой маяк? О, мой маяк тут. Там был кто-то, убил ты его? Да. Там еще слева. Он за стеной. Убил, убил. Нахуй иди, дурачок, блядь. Там слева есть. Вот тут заходишь, сразу стоит. Ты пошел его проведать? Сверху смотри. Ёбаные нищеброды, как они меня раздражают. Я чуть-чуть прошел. Ну это-то понятно. Он в доме сидит. У тебя, наверное, на другое ничего не способен. Ой, блядь. Там, короче, их много, далеко-далеко.
Все, давай, иди отсюда, давай. Молодец, высказал свое мнение. Да, оно очень важно, очень важно. Он стреляет, стреляет. Ну вот сейчас мы. Вдоль дороги там сидят. Давай обойдем их. Ну это ясно все. Боже, как земля таких носит, а? Смотри, там много. Человек животное, что ты с ним поделаешь? Ой-ой-ой-ой, прям здесь где-то. Где машинка? Убил. И еще зашел. А, за камнем там сложно было попасть. А что ты ко мне прижался-то? Надо было где-нибудь там чуть подальше стоять, смотреть. Куда там дальше? Там же не. Ну я имею в виду возле домика там стать. Конечно, ты встал, мы на одном квадратном метре стоим, и они нас рост. Это враг? Смотри, тут сейчас будет по правую сторону. Блять, а куда они все сидели? Их тут миллион было. Ох уж эти хейтеры, блядь. Ой-ой-ой, убил. Я не убил его. Посмотри вдоль дороги там. Один мин. Нам идут, к нам идут, к нам идут. А убил одного. Еще там в районе автобуса. Один, две. Надо всегда. Ой-ой-ой, у нас тут это. Где автобус, еще кто-то забежал. Один там стоит. Идет к нам. Сверху смотри. Ну их там миллион. Ёбану, я думаю, что такое, у него пинг 13. Вот что он такой. Быстрый. Такой урон идет, тык-тык-тык-тык, а они не мрут почему-то. Одного убил вдалеке. Блять, справа. Он сидит там в уголочке. Даже лежит, я скажу. А меня слева убили вообще. Пойдем, может так обойдем. Сзади, сзади, сзади. Он стоит. Лег. На куче там. На кучке? И он еще и кинул гранату, когда я стал подходить. Ну как так? Убил. Одноклеточный тут в дверях. По-моему, мы выиграли. Сзади, внизу там.
Убил его. Чё, тут же попробуем? Да, попробуем. Ну я тоже тут зажимом стреляю. Иначе не убивает. А чё, куда я убил? Блять, этого перекинуло к нам хоть. Он хоть убивал. Кого, Русика? Не. Какой-то там монстер, хуёнстер там. Ник у него такой длинный. Монстромен какой-то, да? А тут походу что, голосовать можно или что? А чё мы не голосуем? Я не знаю. Я вот, например, в метробу поиграл. Вот она редкостная, чтоб на ТДМ. Прикольная. Да, прикольно. До того момента, как все засядут там в домах, бля, она ничего так. Тут 800 билетов. 600. Бля, ну я ж попал в него, чё мне даже ни очков не дали. Охрана. Видал где-то сверху он? Забегает в дом. Не убил его. Стоит там. Нет, не я. Что это за граната была? А, ну вот на мне. А надо? Надо бей. Сзади, сзади, сзади. Он прям тут стоял, на тебя такой смотрит. А, что-то отвлекся. Ну вот. Сзади у тебя, по-моему. Угу. Убил его. Тут рез был. Еще. А, ёп. Надо уже свет включить. Еще есть.
Не ваш. Кто такой Антоха? Спрашивает. Она... Ну как-то так. Ну типа того, да? Ну конечно. Да где враг? А, он где-то там. Где? Ну, где-то на железке. Вот тут у тебя, смотри, прямо. Угу. Ой-ой-ой-ой-ой. Там в гличе он сидит. Да, я видел. Ну, убегай, что-то. Нет, патронов нет. Вот у меня. Ой-ой-ой, там на дальней это. Лесенка. Покот своего. Он там? Да, я его ставил пока без аптечки. Ничего себе. Их двое тут. Ну и не зарегал вообще, я стрелял по обоим, нифига. Ну ладно, зато теперь знаем, что их двое. В бочке стреляют. Но он там. Там снизу я убил. За бочку забегай. И дави его там. Он, по-моему, знает, что ты там. Мин. Вообще, прям, я прям в него стрельнул, он меня убил. Одной пули с Рекса, 100 хп. Ну, бывает.
Так, тут еще кто-то. Он в той коморочке, вон он до сих пор, вон еще один. А там еще... А вон еще стоит. Один на мне, один. Тебе один там. Сверху. Там еще смотрит прям. Минус. Ну все, нас там ждут. Пошли по низу обойдем. У меня сейчас все внимание в эту сторону. Ну чё, убил? Не было там никого. Ё-моё, их внизу посмотри сколько. А он в гличе. Ну да, он всегда там. Убил. Видал, частицы. Чё? Да он кого-то зарезал, а потом я разворачиваюсь, его уже режу, блядь. Ну вот этот Лейзи. Блядь, меня там расстреляли. Там один был. Бил. Ой-ой-ой, там вот один стоит под мостом. Ну чё ты не подождал? Так он сейчас и тебя бы убил. И под мостом еще стоит снипер. Они что же, если не дураки, просекли, что мы вдвоем. Значит, второй сейчас прибежит поднимать. Вот тебе и два фразолечки. В гличе там, смотри, где обычно. К нам идут. Там вроде убил внизу. Блять, их там миллион. Сзади. Какое-то ПДВ, блядь. Угол дома там. У тебя там
Здорово, коль не шутишь. Ты не из этих он? Не из дебилоидов, блядь? Не трогай меня, они меня, они сейчас тебя убьют. Да там, со всех сторон. В бочке сидишь, жёлтый. Да. Кто умер? Убили его? Ну, вроде да, но не я. Ой-ой-ой, наверху. Ну я стрелял в него, не смог. А, ну извини. Чё, у него пинг 5, чё ещё, перестрелять меня. Отчали, значит, хорошо. Ты, может, что-нибудь сменил никнейм, блядь, и уже другой человек. Ну, ты тоже молодец. Иду, короче, в этот, на таран. Ой. Хуй знает, как-то я их убил. Сзади с труб стреляли. И тут смотри, по-моему, бочка обратно. За да, бочкой. Да. Сейчас подожди. Ой, опять сзади. Там вот этот товарищ, который у них в районе второго места. Во-первых, у него почему-то пинг миллион. Во-вторых, он все время вот здесь, ну, тусит. Так что если мы туда подходим, имею в виду, там кто-то есть. Смотри, там в лече. Да. А он на балласт, он вечно такой, знаешь. Тоже, походу, мужику, блядь, уже под 40 лет. Больше ничего не получается. Как сидеть? Да чё они не вздыхают, блядь? Хорошо, так попадаю, и нифига. Да, есть такое. Ой, внизу. Вот он, кстати. Я не могу перестрелять. Патроны. Там еще вдали. О, рез тут. Да, как-то странно. Вроде попадания идут, а они вроде и не мрут ни хера. Что они там делают? А, я им коробочку оставил, да? У меня много. Такая же херня, блядь.
Патроны там на холме. Они под краном. Что-то прям живенько так. Ай-я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 й. Трубы, трубы. Ой, трубы. Ой, трубы, трубы. На угличе, смотри там. Да. Сзади на углу дома почему-то под краном. Еще тут кто-то бегает прям вот где-то за домиком. О, видал? Опа. Тут трес на трубах. Это что у тебя такое? Это подобрал он подствольник. Микрошайтан труба у тебя, да? Ай-яй-яй-яй, избрил. Да перелезь ты, ёбаный, блядь. Так, ты прям на лестнице, да? Я там перепрыгивал. Да. А, блядь. Только вышел, блядь. Под краном. Сейчас попробуем. Баржа, баржа, баржа. И еще он там. Их там двое. Один чуть дальше. Убили его. И сзади, по-моему, железки бегут. Да, один сейчас на... Нет, убили. Еще идут. И там на мост, на вон, видал, бабах. Там несколько их. Минус два.
Я ни хера не понимаю. Либо я косю, либо не, не это. Где урон, блядь? Да нет урона, я же тебе говорю. Ой-ой, там что-то из-под крана всех убивает, смотри. Снайпер на углу дома. Вроде убил его, а вроде и хуй его знает. Он ли это был? Патроны, кстати. Нас через баржу сейчас обойдут. Это ты зря, конечно, туда побежал. Там за... Здесь там миллион. Еще раз. Мани. Наверху сейчас на мосту будет. Нихуя себе. Нихуя себе. Пиздец, там их двое было, я одного усилил, второй выскочил. Ну, пиздец. Это ты за домом умер, да? Да. Ладно, надо через баржу их обойти. Нихуя себе, блядь. Я убил. А, у них пинги миллион. Видал, где он был? Опять в эту желтую херню залез. Ой-ой-ой, там кто-то стреляет. За бочкой смотри. Да, в бочке даже бы я сказал. Нет, он убил меня. Уходи отсюда. В бочке сидит.
Нет желания сзади посмотреть, что происходит. Наши там. Убил я в очки. Я знаю этих наших, блядь. Смотришь по карте наши, а тебе прибегают и убивают. А еще и режут иногда. Наши-то такое, знаешь. О-о-о, в гличе. Хотя я его реально, вот сколько мы проиграли, да, сколько тикетов. Я его кроме вот этого места больше нигде не видел. Видишь, еще один пробежал. Сверху, сверху. На мне один. Он их там респаун, я так понял. Я не смог перезайти. Смотри, смотри, смотри на это. Сверху там, на рельсе. Двое. Дробовик. Типа, а у меня прикинь, у меня патронов на всем нет. Они как напрыгали, блядь. У тебя, кстати, враг. Ой-ой-ой, где-то сверху. Ну, вроде более-менее получше, чем когда их миллион человек летит на тебя. Ну вот. Как и хотели. Вот твоя карта. Ну, как и хотели. Как ты просил, да? Не, она прикольная, если бы вот еще домов не было, знаешь. Там у тебя двое. А. Сюда идет. Блять, патроны. Там еще один. Убил одного. Меня режут.
А не успел даже. Не, вообще мне прикалывает, когда вот, ну, вот нет домов, окон, там, дверей, блядь. Именно вот такой вот. Всякие преграды, кустики, хуюстики и пошли, знаешь. А то сейчас опять одна половина команды засядет в доме и все. Весь обзор в голову эту, блядь, в окно. Наверху там есть. Сзади меня. Прямо там. Ты дышь, такой ваншот мне. Я его убил. Они резают друг друга, их там двое. Сзади на мне. Граната. Они походу внизу там. На мне один. Пиздец, вот их двое было. Ну, одному я в спину, а второй откуда-то вышел. Чувак меня два раза ножом, блядь, завет. Вообще жесть. Я внизу, короче. Что я тебе советую. И кто меня, блядь, тюкает там? Это ножом меня. Два раза, блядь. Тюк-тюк, да? Да, и не убил. Я разворачиваюсь и убиваю его. А у меня такое почему-то часто бывает. Возле автобуса, смотри, не могу заспотить его. Убил, и там вовнутрь еще один забежал. Ну, кстати, патроны я вижу. А не в том подъезде. О, тут враг. Сейчас я патрон. Двое на мне. А ты возле автобуса, да? Да. Блядь. Да, зря. Ну, я чё, он побежал туда. А он, по-моему, в автобусе еще сидит. Да-да, в автобусе сидит. Да, ну по центру вот, вот это, через парадную выходить, по-моему, неправильно. Надо обойти их как-нибудь. На мне один. Что делать? Он сдох.
он не один. Не убиваю я. Наверху он. Гранату кинул. На мне один. Ой-ой, их тут двое, трое. Ну вот ты сейчас это, ты дал забежал, да? О, я не убиваю никого, вообще регистрация ноль. Аптека. Ко мне заходят, вот посмотри. Целая банда тут. Они с этого метро выходят. Где-то слева. Больше. Трое. Забегай сразу. Граната. Ну чё? На мне забежал один там. На третий этаж побежал. Блять, аптека рядом с тобой лежит. О, нихуя себе, я упал. А ты не вставал. Да, на мне там. Они, по-моему, в метро. На мне. В противоположном доме. Я не перестреливаю никого, короче. Фигня это. В метро зашли через автобус. И даже, по-моему, в автобусе кто-то сидит. Да, что-то мне как прилетело. Убил. Смотри, да, обходят там.
через метро посмотри. Меня опять убивает, я ничего не могу сделать. Видел там? В тоннеле. Там двое в тоннеле. Добей его. 6%. Хуяси, он меня убил. А может, и не он. Их там двое было. Ну вот тоже, видишь, зачем он в парадную полез? Ну. Вот я и говорю, ну зачем? Ну я полез. Ну и он полез. И я сюда посмотрел. Он тут. Зачем? Ну я посмотрел сюда. Ты посмотрел туда. Тот посмотрел туда, тот посмотрел. Вс. Сейчас вот. Я сейчас посмотрю сюда, ему тоже обязательно сюда смотрю. На втором этаже сидит слева. Ну я то есть я не вижу. Не ходи туда, тебя там с противоположного дома расстреляют. Пойдем. Нас ждут уже. Один слева. Блять, двое, там еще дальше был. Ну просто спеши. Ну тут они нас ждут. По-моему, добить их надо. Ёпа мать, да не вбегайте так, ну что ты? Дыши ровно, спокойно. Там за этим, за кассой, как бы там не было маяка. Против нас играет как минимум три хорошо думающих человека. Ну, как играть. Насчет как играть, конечно, я бы поспорил. Я не прекрасно знаю, что мы здесь идем. Жди засаду. Он смотрит твой стрим. Не. Там как минимум, смотри, три человека с одним Т-кланом, блядь. Как минимум на связи, конечно. Нас двое, а их как минимум трое.
На мне трое. Но я хотел его тихонько убить и пройти. На мне один. Еще один. Долго мы. Надо было уже заходить в подъезд. А они уже увидели, что мы идем. Развернулись и пошли нас встречать. А их там человек несколько. Вот. Что, в принципе, следовало доказать. Ну, а что ты предлагаешь? Тебя не резать? Надо было чуть-чуть быстрее идти туда. Привет. Привет. Ты тут такое пропустил. Ивент шоу было. Пол сервера за нами летало и резало. Это было нечто. Ну, такого бы надо. Ай, блядь, пропрыгал. Да. А чё ты туда побежал? Там же их три или четыре, или пять, не знаю. Много их. Но в тот момент, когда я бежал, они все смотрели в окна. И, к сожалению, их ни один из товарищей пошел проверить, что у них там сзади, блядь. Пришлось этого товарища убить, соответственно, они все развернулись посмотреть, что где я иду. Они просто тупо сидят в том доме, все. Да я вижу. Вся у них тактическое мышление на нем и закрылось, все. Забегай быстрее. Не, их там, не трогай меня, они не дадут мне встать. Тем более я в дверь. Нет, не надо. Не трогай. Да, блядь, дайте выйти. Тут самое такое-то сейчас стоять, ну, немножко поодаль, и их в окна отстрелили. Сейчас я рядом, вроде. А ты какой, блядь? Чё там говорит? Чё он говорит? Какая-то позиционная война, да? Давай. Да тут вообще они загурились. Ну вот я против вас, что-то они в домике все сидят. На мне. Второй этаж там смотрит. Сзади. Сейчас заходить к нам будет, так что давай отступай. Ну что, предлагаю вам в кассу закрыться, блядь. Их тут двое. Ну вот, видишь, я уже кассом отошел, а ты что-то там на углу остался, зачем-то. Надо сразу уходить. Они ж, прикинь, там банда к нам бежит. Да, все. Они что, выигрывают, да? Ну, чуть-чуть. Странно.
Тебе игру погромче сделать? Сейчас меня убьют. А мы не сможем вдвоем. Пойдем вот в этот домик, если успеем. Надо человека 2-3, чтобы, ну, все эти смотрели. Вау! Ничего себе! Я хер, я вообще никого найти не могу. Вот примерно куда ты сейчас заходил, там человека 2 было. Ну да, она интересна, если, ну, контингент появится такой на сервере, который играет. А вот сейчас все встали в окнах и все. Это уже не игра, это уже бред какой-то. А если бы все бегали, вот, хотя бы там понизу, вот интереснее было. Вон товарищи встали, в окна смотрят и все. Весь, да, это бесполезняк. Весь геймплей. Ну почему? Можно на расстоянии их просто отстреливать и все. Ну я сейчас отстреливал всю обойму, дал ничего. Ну это уже немножко. Немножко про регистрацию. Ну я тебе не резну. А там смотри, с метро выходит. Потому что они в окна. Там с метро прям выходит. О. Чё там есть-то? Они, да, тоже так же. Там же тоже немножко скупой такой геймплей у них. Они через метро выходят. А как так? Нет, он сверху был. Я не знаю, как они смотрели. Я хер знает, где вообще враги. Я вот бегаю, у вас 14 человек в команде, я ни одного не вижу. Они вниз, кстати, попрыгали. Куда мув, идиот, блядь? Мув. Хуёв, блядь. О-о-о. Чё ты там умираешь-то, блядь? Они что-то и снизу, и сверху. Тю-тю-тю, блядь. Там, по-моему, вся команда вот на нас смотрит. Да. Блядь, я лежал, меня убили. Ёбаный в рот. Вот, смотри, идиот, блядь. И мы тут двое, и я их, блядь. Куда, мув, идиот, блядь. Тупой, блядь. Ещё и клейма, капец. Я, короче, пошел вовнутрь.
да, они тактически не сильнее команды. Вот так вот. А у нас даже отряд поплыл. Да? Мы тоже могли играть, встать вот здесь вот. Вот здесь. Да. И все. Надо просто вынудить сюда тоже прийти. Ну пускай, сейчас пойдут, подохнут. И будет опять все хуёво, или нет. Ну если ее нет, нахуя идти туда? А у меня есть враг. Оп. Все, он сказал уже своим, он там. Тебя этого убил, можно было еще вот этого. И все. А я не знаю, куда вы поперли? Они стоят, ну и самим надо было встать и убивать их. Чё вы за ними бегаете, я не понимаю. Ты пойми, ты бежишь, а они стоят. Естественно, кому удобнее убить? Им. А потом ты говоришь, у тебя не убивается. Ну, конечно, не убивается, если он ждет тебя. Сзади у кого-то там. Вот, меня тоже его заспотили. Но мне было. А потом и реги нет, потому что, ну, ты не успеваешь. Да не, на самом деле реги-то просто нет. Ну. А представь, ты бежишь, они ждут, еще возможно в прицеле. Ты бежишь, он начинает стрелять, ты начинаешь, а у тебя еще нет реги, и угадай, кто кого перестрелял. Не, ну понятно, что стоять. Стоять всегда выгоднее. Ну конечно. Давай тоже будем стоять. А чё? И кто кого убьет тогда? Смысл такой игры? Если они будут стоять, и мы будем стоять. Ну, по-моему, неправильно тоже бежать и дохнуть, по-моему, тоже не особо. Можно просто 1-2-3 раза поубивать, как они это делают. И они будут, типа, зная, где мы, идти поубивать нас. Кстати, там идет кто-то. Сзади. Вот ихняя банда здесь. У них тоже сыграет это, как это называется, блядь, с
психологический момент. Во-первых, их заебет стоять. Во-вторых, они как это меня там убили? Я же знаю, где они. И пойдет мстить. Один раз он сдохнет, второй раз, третий раз его друг пойдет и мужу помогать. Привет. Прям много не ходи. Ну, естественно. Ну вот. Они же... Смотри, их пришло 3-4 человека. Они же пришли. Ну, что поделать? Ну, люди такие против нас. Да ты прям психолог. Да все просто. Сами были такими, вспомни. Да я вспомню. Да в принципе я и такой попросался. Оу-ху-ху. Блять, это Ирина прям молодец такая, прям. Ну они им в лоб им рут. В лоб им рут. В лоб им рут. Мрут, мрут. Мрот, мрот. Сейчас чего стоит? Через автобус бежит, по-моему, к аптеке. Сейчас оббегать нас будет. А может и не будет. Хуёво. Нет, иду. Займите кто-нибудь, да, эту. Центр, центр, чтоб, да, вот, вот и все. Через аптеку идут, встречайте. Меня не трогайте. У нас же маяк был. О, теперь я центр. Во, мы им походу навязали свою эту игру. Угу, идут. Меня там убили, они справа заходят. С аптеки заходят. А право, право, ребятки. Ну ладно, я право посмотрю. Они, по-моему, право пробили, так что смотрите. В аптеке тоже там сейчас пойдут, скорее всего. Кто-нибудь аптеку смотрите. Я смотрю. С аптеки. О, итальяно перо.
Блять, на мне. Один. Там вообще у него два хэпульки. У меня патроны. Патроны кончились. Не знаю, там, короче, много их. Уже забежали, короче. Бля, с вашей стороны кто-то меня стреляет так больно. Ну там пулеметчик где-то живет. Не, на втором этаже. На мне один. Нет, у меня просто клавиатура такая. Прошу прощения. И мышка. О, блядь. Хорош. Ну да, там и там и прикол, что механическая. А они же если знаешь, они же клацают. Сейчас аптека есть будет. Уже за мусоркой там стоит по-любому. Оба по центру меня как хорошо он сбрил. Прелестно. А, блин, ну я так-то вообще думал, ты реснешь, но... Смартик поплыл, короче. К вам идут? Блять, в аптеке где-то сидит. С глушителем на втором этаже. Даже внизу есть кто-то. Заходят. Да ёпа мать. По центру где-то. Один там. На мне. У нас тут куча. Блять, я к вам дойти не могу, представляете? Меня убивает и убивает. Кто там был, короче. Там в окне, короче, сидит. Снайпер. В глюче. Ну, пулеметчик. В доме там. И внизу, ой. Внизу поднимаются. На мне один быстрее. Зачем он за ним побежал? Америка.
Ну да, он должен был еще один прийти. Я думал, он же ему уже скажет, где я, блядь. Я думал, за эту херню успею спрятаться и его чпоньку. Оу! Оу! Чёрт. Интересно. Что-то их там много было. Блять, стреляй! Ты куда стрелять? Я появляюсь, умираю, появляюсь, умираю. Мне хоть бегать, блять. Опять снизу иду. Да. Двое. Вот если бы ты сказал, что двое чуть пораньше. Вот он встает, сразу убивает меня. Как это? А это уметь надо. Еще один. Где они? А, вон он, ё-моё. Сзади, сзади. Блять, я выпрыгнул, посмотрел, главное. Убил. Они зашли. Йоу. Один убил. Здоров, Гидио. Тут у нас война вообще. Ты пропустил самое интересное. Там еще снизу. Два идет? Еще. Два. О, давай, бей. Всех бей. Да я не смог. Всех зарезал. Кого-то там подрезал. Все закончилось. Они по-прежнему идут. Ну а там этот элитный отряд сюда заходит. Минус. Ну вот я. Ай, блядь. Ну вот ну, стою, смотрю. Ну зачем бы. Вот тоже подходить и смотреть в это окно. Ну, что, окон нет, чё? Они там внутри. Я только что убил одного элитного бойца с элитного отряда. Три. А что с остальными тут? Ходят. Один остался. Два. Автобус. Угу. И он, по-моему, забежал. Он сейчас пойдет. Но я его встречу. Как бы, ну, наша такая задача была изначально. Выманить этот элитный отряд. А остальные наши турочки бы бегали там. Кто режет, кто хуежит, блядь. У меня... Так, что-то они нас, по-моему, через центр сейчас обойдут. Автобус? Да, он тебе, кстати, это смотрит. Сейчас смотрит, я же не буду выходить. Не, ну сейчас-то они, конечно, уже не пойдут.
Нахуй это надо. Чтобы они сюда пошли, надо было их убить. Ага. Убил я его. По центру ляпни. На мне, короче, имейте в виду. Один там был? Да, ну, один. Тогда да. Один. Там еще на выходе один. Ну я его покоцал. У меня, короче, 8 патронов. Убил его, убил. У меня тут, по-моему, кто-то. Аптеку кто смотрит. Аптеку кто смотрит. Ё-моё, он сзади. Все, я без патронов. Патроны сейчас, по-моему, у меня будут. Где эта хуйня у него? А где у него пулемет? Вот, бери, бери. Взял, да, патроны? Я нет. Я не нашел его пулемет. Почему-то. О, зашел по центру, ляп. Можешь резнуть, попробовать. Ну так вот надо было сразу. Хай. Автобус у меня сзади. С глушителем. Сейчас выбежит к вам. Тут патроны, кстати. У меня тут один. А вот он где, блять, я его так и не нашел. Зато патроны нашли. Ну, если бы мы им изначально так навязали, то все возможно. А вот эти товарищи бегали бы и сзади бы отстреливали. Это ж надо. Еще там, на мне. По-моему, автобус, да? Да. О-о-о. Ладно, все. Спасибо за игру, я пошел отсюда. Пока.